Фонтаны запустят в конце мая. Сейчас специалисты занимаются их техническим восстановлением. Сейчас вот ведем работу по очистке, подготовке, восстановлению технической и запуску. Технически не то, что проблема, нюанс. Зима дала, что-то подгнило, что-то отломали, что-то украли. Отметим, что на сегодняшний день в городе установлено 8 фонтанов, однако обслуживают из них только 6. На оставшихся 2 запланированы работы по их реконструкции. Юлия Исланова, Арман Абылхасымов, Игорь Евстигнеев. Новости Темиртау.